Здравствуйте! Сегодня рассмотрим тему, как отключить режим гибернации Windows 10 и в 7 версии. Функция спящего режима включена по умолчанию на всех устройствах под управлением Windows. Под этим положением подразумевается чрезмерное использование оперативной и физической памяти компьютера, который потребляет файл гибернации, и чем выше значение ОЗУ, тем больший объем памяти займет гибернация. Находясь в этом режиме, компьютер создает точную копию текущего состояния операционной системы и сохраняет полученную информацию на жесткий диск, что дополнительно увеличивает объем места на этом диске. Гибернация помогает компьютеру запуститься быстрее, чем функции обычного включения. Это связано с тем, что операционной системе не нужно заново подготавливать рабочие файлы и настройки. Для тех, кто хочет отключить спящий режим, продолжаем смотреть видео. Сперва давайте сравним, сколько места освободится на жестком диске после отключения гибернации. Открываю проводник и видим, что сейчас свободное место на диске C 43,4 ГБ. Чтобы открыть командную строку Windows 10, правой клавишей мыши нажимаем по кнопке «Пуск» и в открывшемся контекстном меню выбираем функцию Windows PowerShell «Администратор». Нажимаем на нее. Копируем ссылку под номером 1 и вставляем сюда. Нажимаем Enter. Режим гибернации отключен. Давайте сравним, сколько добавилось свободного места на диске C. Открываю проводник, диск C, и как видим, что свободного места на этом диске увеличено на 6,4 ГБ. Теперь рассмотрим, как отключить режим гибернации Windows 7. Нажимаем на кнопку «Пуск». Правой клавишей мыши щелкаем по вкладке «Командная строка» и нажимаем на пункт «Запуск от имени администратора». Остальное все проделываем аналогично, как было показано ранее с Windows 10. Если вам понадобится восстановить работу гибернации, выполните аналогичные действия, как при отключении. Только введите команду под номером 2 и нажимаем Enter. Если вы желаете быть первыми в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале «Все своими руками 36», то не забудем подписаться на него. До свидания.